И снова здрасте. На почте, блин, такие очереди. Вот это вот я получил по тому извещению, про которое я говорил в прошлый раз. Так, шло из Финляндии, ну, вернее, из Китая через Финляндию. Спросил на почте еще, есть еще что-нибудь? Нет, нету. А, в чем? В почтовом ящике еще две посылки, просто невесомые какие-то. И уведомления. То есть не могла она посмотреть нормально, по-любому просто сказала, что нет. Ну, здесь я подозреваю, что то, что нужно, то, что должно было прийти, по идее, к Новому году. То есть это подарок на Новый год моей любимой жене. Так, как она тут открывается? Так вот, наверное. Короче, просто разрежу и все. Аккуратненько. Заказывал еще в середине ноября. Ну, как бы было... я подозревал, что, как в прошлом году, в Новый год опять бум покупок, посылок и... будет долгая доставка. Ну, так и случилось. То есть посылка шла почти 2 месяца. Ну и да, все правильно. То есть это не просто так. Ну, это опять часы. Вы скажете, сколько можно часов. Но это, как я уже сказал, для жены подарок. То есть она захотела сама часы. Попросила точно такие же, как мои. Но более яркого цвета. Когда я заказывал, вроде я видел, что оранжевый есть, но поискал, нет, как бы, видимо, какие-то подделки оранжевые. Поискал более яркие, ну и, как видите, нашел. Так, жена одобрила, ну и что здесь у нас? Ну, коробочка, видите. Инструкция, если не ошибаюсь, то, ну да, вроде бы такая же, как на моих часах, на английском языке. Ну, здесь все понятно. Так, часы, надо открыть. Яркий оранжевый цвет. Так. Подарок жене я открываю. Ну ничего, запакую все как было. Значит, ну, фирмы, как видите, Ксоникс, такой же, как у меня. Сам корпус белый, браслет оранжевый, причем браслет меняется. Но не думаю, что он они должны, что спадут с браслета. Держится вроде, ну, не сильно туго, но нормально. Так. Ну, инструкция, как бы не инструкция, а функции полностью как у меня. То есть, стандартная водозащита 100М. То есть, до 10 метров можно плавать в них и нырять. Не с аквалангом, а с маской. Ну, такие вот симпатичные, небольшие. Ну, на руке, на мужской руке, в принципе, тоже будут неплохо смотреться. Ну, и все-таки они больше либо женские, либо детские. Расцветка у них есть вообще всякая разная. То есть там фиолетовые, зеленые, розовые. Я предполагаю, что можно дозаказать и браслетики другого цвета. Ну, вот такая вот, такие вот часики в подарок. Жалко, что они не успели к самому Новому году подложить под елку. Ну, как бы это и не был сюрприз, жена знала, что я ей подарю. Поэтому переходите по ссылке. Скоро будет 8 марта. Заказывайте заранее. К 8 марту, возможно, придет. Ну а след другие посылки я, пожалуй, открою
в следующем видео. Спасибо за внимание и пока.